Крупным штрафом для родителей обернулась веселая поездка трех подростков на чужом снегоходе в поселке Щеля-Юр Ижимского района. 8 марта прошлого года владелец «Бурана» обратился в полицию с заявлением. Пока он был на вахте, неизвестные забрались к нему в гараж и похитили бензин. Пропал и ремень от двигателя. Позже выяснилось, снегоход тоже покидал место стоянки. Было установлено, что на этом снегоходе выезжали и потом поставили обратно. Причем заправив бензином, который находился в гараже. В дальнейшем, в ходе расследования, установить лиц, которые причастны к совершению указанного преступления, не представилось возможным, и дело было приостановлено. Преступление было не раскрыто несколько месяцев, пока оперативники не выяснили, что к угону причастны трое школьников. Парни вскрыли замок гаража, заправили снегоход из канистры и отправились на берег Печоры. Вдоволь накатавшись, вернули технику на место. В содеянном подростки признались и извинились перед односельчанином. С учетом положительных характеристик, Ижимский суд наказал каждого штрафом в 9 тысяч рублей, который, вероятно, придется оплачивать родителям юных гонщиков.